Всем привет! Наконец-то не прошло и 3 лет, и мы едем, начинаем наше путешествие. Все, ждем такси и едем. И вот мы в Лиме. У нас осталась еще последняя часть пути долететь до Куско. Мы все уже никакие, все уставшие. Майска спит. На улице, да, на улице светло, но у нас поздно уже, часов 11, наверное. Сейчас здесь еще рано. Кажется, уже светло. Вот. Ну ничего, мы выдержим. И уже скоро будем в Куско. Будь с нами. Все. Мы доехали наконец-то до первого пункта нашего назначения. Мы в Куско. Спустя сколько часов? Ой, уже сколько часов. Амалия Мискина уже там несчастная спит. Мы оставили ее. Она уже в последнем самолете спала. По дороге спала. Везде валялась, на полу спала. Потому что здесь сейчас у нас 8 часов, но дома уже 4 часа ночи. Ей давно пора спать. Но мы приехали. И мы в Куско. Первым делом мы должны найти немножко водички, купить и поменять денег. Погода не холодна совершенно. Но мы когда приехали, капал дождик. Все, пойдем гулять. Сразу видно, что мы в Южной Америке, потому что главное украшение – это кактусы. Ну, идем дальше искать воды. Куда идем? Ты вообще понял, где мы находимся? Нет. Мы в ту сторону пошли? Или не в ту сторону? Нет, сейчас нет. Первое посещение Куско, первая прогулка по городу. Темно, накапает маленький дождик, но мы, не теряя времени, у нас всего лишь 3 недели гулять, поэтому решили сразу идти гулять. А детей оставили в номере отдыхать. Вон здесь центр города. Улочки маленькие. Но более куча туристов ходит. Главная площадь Куско. Главный собор. Муниципалитет, центральная площадь. Регулировка движения. Регулируемый перекресток. Ты нашел чинч? Или просто меня позвала?
Все, наступило утро. У нас первый поход всей компании. Мы выходим в город. Точно идем. Все, мы не спешим, мы должны привыкать к высоте. Я уже был... Да, у нас высота. Все в порядке. У нас, да, все в порядке, потому что мы с утра выпили чай с кокой. Мы нашли сухие листья коки и завалили чай. Ну, вообще-то вчера вечером тоже все было в порядке. Но и сегодня... без коки тоже. А сегодня будет еще лучше. И вот мы вышли, первый поход. У нас сегодня самое главное. Есть несколько вон задач, птица, которые надо выполнить. Вон птица. По некоторым местам пройтись. О, голуби. Ну, голуби везде есть. Пройтись по некоторым местам, посмотреть немножко город и привыкнуть к высоте. О, собачка. И отдохнуть немножко. Собачка. Слушай, они, знаешь, очень много собак. Да, очень много, вон, очень много собак, они бегают вон они. Да. И вот. Очень много. И самое главное, что... А машины ездят, то есть... Очень опасно. Ездят даже, они не останавливаются на переходах. То есть очень опасно ходить. А, за нами идет. Она за нами идет. Перешли на другую сторону улицы, посмотрите на дома. И очень много. А, вот. Сейчас я вам покажу. Вот какой, какой шикарный вид. И здесь очень много интересного, кстати, граффити. О, как граффити. Вот, они там видели в этой стороне? А, и не видели здесь, да. Очень дома интересные. Погода сегодня классная. Обещали дождь с громом. А в итоге вон чистое небо, солнце, прекрасная погода, красота. И мы идем в центр Куско. А все таксисты сзади едут и бибикают, хотят нас подвезти. Потому что кто-то взял сумку, из-за этого думают. Думают, что мы туристы, да. Я взял сумку. Думают, что. И мы им показываем, что мы не хотим ехать. А, вот, интересно. Кто-то прикололся бутылкой, два этих. О, какие классные, слушай, красивые. Ага. Центр Куско. А вон мы нашли рынок. Попробуем зайти на рынок и купить листья коки, чтобы завтра заварить и чтобы с собой делать брать чай. О, такой у нас растет. Ощущение, что вот выгоняет днем. Походу это чехол. Гулять. Выгоняет днем гулять. Здесь не все открыто. Сейчас чуть-чуть. А, вон рынок. Вон рынок. Ой, пойдем на рынок, посмотрим, что можно найти. Купили листья коки. Вот такие здесь продаются. Один соль стоит один шекель. Листья коки. Вся много чего закрыто, но мы кое-какие вещи есть. Но сегодня рынок очень мало, очень сложный. Только открывается. Мы рано-рано очень пришли, поэтому только открывается. Идеально, кстати, можно будет здесь потом покушать. Алоэ продают листья. А? В основном идеально сейчас. Вот такое вот. Хочешь увидеть лам? Да. Но мы посмотрим. Пока что мы лам не видели. Но мы только вышли, еще только начало. Мы только начали. Только начали. Вон. А на рынок нельзя приходить с ламами, с котами, с собаками. Вот. Вот. Заходили туда с щитками. Ну да. Ну,
Ну это уже старый, уже видно осталось у них от предыдущего, что заходить щитками, с двумя масками, не дай бог. А сейчас все уже сидят без масок, никто на это внимание не обращает. Да. А мы продолжаем дальше идти. Вот еще одна достопримечательность, очень маленькие улочки. Едут по улочкам машины, а есть тротуар. Вот если для сравнения, вот Амалия идет по этому тротуару. Да, прикольно. А вот дома местной постройки, они мазанки, они обмазаны, сейчас это глина с чем-то. Какашки? Ну да, с этим, с сеном. Видишь? И так построены дома. А стоят вон на камнях. Ну, да, скорее всего, старые постройки. Вот. А вот. Это еще пока старые. Это настоящие. А? Но это еще не настоящий. Что там? О, здесь стена как раз не закрашена. Посмотрим стену. Вот такая вот стена. И я. Ну, конечно, и ты здесь. Я, конечно, могу ошибаться, но похоже, что весь город стоит на старых постройках. Но это, скорее всего, вот эти вот камни мелкие. Это, скорее всего, именно постройки инков. Не, ну это современная облицовка. Это на самом деле современная облицовка. Вот это вот старые развалины. Ну да. Вот как раз на этом доме хорошо видно старые камни, старые постройки. Сверху более современная настройка. И стоит на горах, и сейчас поднимаемся наверх. На гору. О, здесь очень сильно видно. Облупилось, и видно это самое сено. Гора Эбу. Еще хочется отметить, что улицы очень-очень чистые. Просто, ну, да, так как бегают много бродячих собак, то, конечно, встречаются, да, какашки, но от людей улицы очень чистые. Вот, пожалуйста, здесь вот дорога вниз, и вон переходит в главную площадь, главную дорогу, он вся куска, все чистенькое. Вот и как раз перуанский флаг, и вот этот флаг, он немножко скрутился. Да, очень красивый балкон. Это флаг закрутился, но это флаг инков. Он радужный флаг инков. А, какой балкончик. Широкая, крутая улица. Здесь кругом. Трехзвездочные отели. Мы здесь не были вчера. Мы как бы с другой стороны шли. Вот как раз флаг Куска. Инков. Я тепло оделась. Мне жарковато. Ты что, разбиваешь? Могу отметить, что очень шикарные балконы. На каждом углу, каждый балкон как произведение искусства. На улице уже жарко, солнце припекает. Выходили, было прохладно. Вот, мы дошли до центральной площади, кстати. Мне интересно, как это будет.
смотрите наш канал, вам нравятся наши фильмы, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, пишите, что улучшить в наших фильмах, как сделать наш канал более интересным, и подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет!